друзья, с вами на связи Иванова Лариса из Паттайи. И вот сейчас я нахожусь в таком интересном кафе, где можно самим выбирать, что хотите, и сразу готовить. Вот здесь, например, кусочки различные мясные, то есть свинина, говядина. Вот здесь тоже что-то такое. И мы пойдем в море продуктов. А, ну, лапшичка стеклянная, можно положить. Вот. И здесь можно самим накладывать. И потом это все жарить самостоятельно прямо на столах. Вот сейчас такого крабика возьму. Ракушечки. Интересно. Вот это все морепродукты. Я даже могу перепутать, как это называется. Все хочется увидеть, посмотреть. Это вот какая-то рыбка. Вот, и вот сейчас здесь мы будем готовить то, что мы выбираем. И это не ограничено, не ограничено по времени. Это просто так вас уже не ограничено. Это стоит 200 бат, можно брать что угодно, сколько угодно. Мясо, морепродукты, различные зелень, приправы, если нет, сколько угодно.